Мы продолжаем вам показывать различные преображения. Сегодня у нас в гостях Тамара, очень стильная девушка с шикарными глазами. И сегодня мы будем Тамаре делать брови. В конце обязательно вы увидите заживший окончательный результат. Мы покажем процесс перманентного макияжа при алопеции. Как ощущения? Страшно? Да нет, на самом деле я прочитала про вас, посмотрела ролики, и мне кажется, что вы прям профессионал, поэтому я абсолютно спокойна сейчас, хорошо. Доверяюсь. Ладно, это замечательно. Я на самом деле долго искала, где, как, кому лучше обратиться, и изучала разные методики и так далее. И поняла, что вот то, что делаете вы, это наиболее щадящий метод, и также это... Я увидела результаты, они мне очень понравились, поэтому решила обратиться к вам. Ну-ка, Тамар, посмотри на меня, красивая женщина. Мы закончили брови, и посмотрите, что у нас сегодня получилось. Тамара, ты рада? Очень. Спасибо. Сегодня Тамара на коррекцию подошла, и вот вам показываю зажившие волоски, промежуточный результат. Сейчас будем заполнять начало. Сейчас на коррекции мы усилим середину и начало брови. Но уже видим, какие тоненькие линии. Будем доделывать.